Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1647 из сборника Демидовича. Найти следующий интеграл. Интеграл единица плюс синус х плюс косинус х dx. Интеграл суммы, поэтому интегрируем каждое слагаемое в отдельности. И здесь все интегралы табличные. Интеграл единицы – это просто x. Интеграл синуса – это минус косинус x. И, наконец, интеграл косинуса – это плюс синус x. И не забываем плюс константа. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и обращайтесь за решением ваших задач.